Большой ремонт намечается в саратовских дворах. Еще до его начала журналисты нашей телекомпании выезжают по проблемным адресам и собирают заявки жителей. 100 дворов отремонтируют уже в этом году. И работы не прекратятся до тех пор, пока не будет отремонтирован каждый двор. В связи с этим телеканал «Саратов-24» запустил новую рубрику «Дворнадзор». Мы расскажем о том, какие дворы нуждаются в срочной реконструкции, а затем проследим, чтобы деньги на ремонт были потрачены эффективно. Сегодня наша съемочная группа отправилась на улицу Слонова. Все подробности в следующем сюжете. Вот, пожалуйста, пьют все прямо сюда, как говорится, натуральная просто свалка. А ведь когда-то это была шикарная детская площадка. На качелях и горках катались дети. Затем все аттракционы срезали. Теперь на их месте паркуются автомобили. В руины превратилась и закрытая коробка, где раньше молодежь играла в хоккей и футбол. Чтобы погулять с детьми, жителям дома 32/40 по улице Слонова приходится искать площадки в других дворах. Это, в принципе, драмтеатр, если рядом. Там мы не можем, там тоже детского ничего нет. Там чисто просто посидеть. А вот здесь бы хотелось, чтобы благоустроили, как говорится. Конечно, лавочки, тем более, чтобы, как говорится, дети гуляли, чтобы мы сидели, как говорится, все. Это, во-первых, лавочки. Также, вот, например, для мусора вот этих контейнеров нету. Помнят свою старую детскую площадку и старожилы. Говорят, двор всегда был образцовым. На прогулочной площадке играли дети. Была в свое время и ракушка со зрительным залом под открытым небом. Выступали ребятишки наши, устраивали концерты. По вечерам показывали фильмы. Со всего района прибегали дети и даже взрослые. И было приятно смотреть, фильмы показывали вечерами. Теперь каждый день одно и то же кино. О боях жильцов с автомобилистами, которые не только оккупировали бывшую детскую площадку, но и добрались до окон первого этажа. По словам жильцов, машины на ночь из-за отсутствия тротуара паркуют прямо под форточками. Когда выхлопы, у меня вот первый этаж, и все вот эти вот дымы, вот эти вот газы идут все в это. Я больной человек, да, я дышу вот этими выхлопами. Новость о том, что по инициативе Вячеслава Володина в саратовских дворах грядет большой ремонт, жильцы двух домов 32/40 и 42/48 по улице Слонова встретили с оптимизмом. Акцию «Наш двор», которую инициировал наш земляк, они полностью поддерживают. Мы очень надеемся, что мы будем уже в дальнейшем в хорошем дворе гулять. Дети будут рады очень, и вам будем благодарны за это. Очень надеемся на это. Благодарность телеканалу «Саратов-24» жильцы выражают за активное освещение проблем во дворах. С помощью наших телекамер в рамках рубрики «Дежурный репортер» «Дворнадзор» жители оставляют пожелания, каким они сами видят свой двор в будущем. А на основании мнения людей уже сейчас составляется перечень адресов, где в первую очередь будет проведен ремонт. Также наша съемочная группа будет следить за тем, чтобы деньги тратились эффективно, не задваивались сметы, а ремонт проводился в срок и качественно. Мария Смирнова, Станислав Жижин, Олег Бирюков, «Саратов-24». Мы продолжим ежедневно вести тему о необходимости ремонта и благоустройства придомовых территорий областного центра. Если вы уверены, что и вашему двору срочно необходим ремонт, и вы готовы рассказать об этой проблеме, пишите нам на почту info@saratov24.tv. Выкладывайте в социальные сети фотографии своего двора и ставьте хэштег «Дворнадзор». Оставляйте заявки на участие в проекте по телефону 705-755. О дворах, которые особенно нуждаются в срочной реконструкции, мы будем рассказывать ежедневно в наших выпусках новостей.